What's up, bitches? Tonight we're gonna stream the most motherfucking frat boy game ever. God of War! Part 3! Remastered! Let me yell my motherfucking chat for a moment. Дайте в чат покричу. God of War! God of motherfucking War! Part goddamn 3! Fucking remastered! God of War! Привет, бро! Ну ладно, я устал уже от фредбойства, но просто игра располагает. God of War! То есть вся общая вот эта эстетика, вот посмотрите на лицо мрачно хмурящегося в нашем направлении Кратоса или Кретиса, Кратоса, наверное. Просто настолько все в этой игре чужое, не мое, то есть это полная эстетика Mortal Kombat последних, то есть вот это кровища, сиськи там. Hey, bro, what's up, bro? How are you doing, bro? Dude, my man. Брос. Привет всем, брос, в этом чате. Брос before host, как известно. Да, но у меня нет, к сожалению, это beer hat, пивной шапочки, там, чтобы пиво текло под действием гравитации. И без нее, конечно, эффект от игры не тот. Но давайте, в общем, я об этой игре не знаю совершенно ничего. Я играл только в первую часть. I've got a motherfucking bong, man! Bro! I've got a motherfucking beer bong! Да, то есть, как видите, самый высокий каветет уровень сложности закрыт, надо проходить игру. Так что мы удовлетворимся Titan Bros. Dudes, mans. И, как я уже говорил, играл я только в первую часть, классику Дэвида Джаффи на второй PlayStation. И пропустил вторую часть, третью и новый. Йоу, бро! Коля, бро! Да, и не знаю, во что они превратили серию, потому что первая игра, она была очень такая артхаузная, то есть Дэвид Джаффи, я в подкасте об этом говорю, он очень такой эстетствующий разработчик, сейчас он делает какую-то рисовалку там, Drone to Death, и он, как и Майк Джадж, случайно попал вот в целевую аудиторию вот этих бро-фредбойсов, которые на Sony и на PlayStation не во что было играть, и они все вот за этим франчайзом как бы встали в едином порыве и вывели его в лидеры продаж на системе. То есть два франчайза с аналогичными инициалами, то есть G-O-W Gears of War на Xbox и God of War на God of War Part 3 на PlayStation. И они не пересекаются, и поэтому можно говорить G-O-W и сразу понятно, о какой игре идет речь там, в данном конкретном Фредхаусе. В общем, и я посмотрел здесь комбо, как да, учить комбо. То есть, как я понимаю, это такой западный прото-слэшер, но по мотивам которого сделана совершенно бездарная серия Darksiders. То есть для тех, на кого нет PlayStation, на ПК играют Darksiders, мечтая о Gears of War. God of War, Арсений, бро! What's up, бро? Да. И кошачьих ушек у меня нет, как у нормальной стримерши, то есть для привлечения аудитории мне остается только апеллировать к фредбойской бро-аудитории, чем я и занимаюсь. Да, и так как я не помню уже, как у какие комбо были в первой части, и как он... Вау, бедный орел. Орла вынесла. Весь дорм в этом месте ликует и делает все с бампы, то есть... Motherfucking eagle, they killed the motherfucking eagle, bro! That's awesome! Awesome game, bro! И лезут титаны, да... И сейчас мы по одному из них, насколько понимаю, будем бегать. Я в сериале House of Cards, если помните, там во втором сезоне Кевин Спейси зависает в God of War Ascension, и потом ему там Secret Service отрубает онлайн и не может школьников и фредбоев рубить в онлайне последний God of War, и чем он очень недоволен и расстроен. Там как раз гиганта я видел.
Я не знаю, кто это. Кто из них Крейтос? Кратос? Кратос, наверное. Как я понимаю, это Локи. Или кто у него там аналог? Аполлон в римской мифологии. Эта игра убила франчайз Prince of Persia, хотя я все равно превратили бы в Assassin's Creed в третьей части, как собирались. Ну, Prince of Persia был... Какой франчайз? Enemy Within, по-моему, херня была. Единственная гениальная игра — это мехнеровская Sense of Time трехмерная. А остальные — это, ну, нечего там было убивать. Это кто такой вообще? Да, то есть полностью противоположная Dark Souls эстетика, не грамма воображения, интеллекта или харизмы, а просто вот это совершенно голое упование там самым низменным предбойским инстинктом, чтобы много месилово и сразу. И как помните, в первой части самая знаменитая сцена, где можно было двум девкам сразу скрутить сиськи аналогами рукоятками геймпада. Там в ЭКЗ была большая статья на эту тему, что можно крутить сиськи сразу двум телкам. И сейчас в эпоху канала Stars, сериала «Спартак» и Game of Thrones, конечно, все это не так шокирует, согласитесь, как в 2003 году, 2007. Так, управление. То есть, да, я позорно включил тьюториал, я не знаю управления в этой игре. Сюми, бро, come at me, bros. I'm gonna fuck you up, I'm fucking Jack, bro, I'm gonna fuck you up. Так, а блок-то все-таки есть, что удивительно. Фредбой от слова Фред Хаус, от слова фратернати, то есть братство, бро, колледжа. Сократили до Фред. И, собственно, да, Five Nights at Fred Boys это надо назвать. Бро. Зашкаливать должно слово бро. Это поднимает рейтинг стиму и привлекает новых подписчиков, как уже убедились и PewDiePie, и Cartman Bra! South Park. Вот что это за реактивный мужик, который только что изобразил Iron Man из Blue Titan? Это кто вообще? И упал он, да. Как Тор. Огромное, да, щупальце. Куда же без него? Я удивлен, что в этой игре есть блок. Фредбои пользуются блоком, и я удивлен. Как видите, все происходит на плече одного из титана, который штурмует Олимп. И мы, по-моему, все-таки против Олимпа, мы за титанов, да? Кто-нибудь перескажите в чате краткое содержание предыдущих серий. У кого PlayStation 3 был. Бро, help me out, бро. Тут магия есть. Press R2 to use magic. Alright, бро, I'm using motherfucking magic. I've got magic coming out my ass, бро. И не знаю, помните ли, был слэшер по Властелину колец, который PlayStation очень крутой. Там по Fellowship of the Rings и по Two Towers, по-моему, по Return of the King был отдельный. Вот это мой любимый слэшер кооперативный на второй PlayStation, где вдвоем можно было за Гимли и за Реголаса. Так, тот что-то есть. Вау, смотри, все. Вау. Это как Golden Axe, то есть магия вызывается, и она все. Вау. It's shaking, bro. И тут motherfucking такой гигантский... Motherfucking thing with spider legs. Бродок. Кидается там скомканными бумажками в экран, там радостно орут. Каждый раз, когда говорю бро или фредбой, прибавляется зритель в стриме. Так, это босс. Я накрутил магию, а как его снова бить? Дайте инструкцию. Вау. А, ну просто подходишь и бьешь, да, незамысловато. Подходишь и бьешь. И еще магия тебе там. 1000 хитов. Take that, bro. Come at me, fucking bro. Did you see that, bro? А вторая часть это Enemy Within, вы имеете в виду? Вторая часть Prince of Persia трехмерного франчайза. Меня убили. Да.
туда им и дорога, в принципе, раз они такие. Так, а быстрый удар здесь... А, вот здесь сильный удар есть еще. Вау. Да. You are dead, bro. Fuck you, bro. My gamepad turned off, bro. I would fuck this thing up if not for my motherfucking gamepad. Gamepad. My battery died, bro. My motherfucking battery died. Oh, wow, wow, fuck. I'm gonna fuck you up. Come at me. I'm fucking jacked. Вау. Надо почитать комбо, что ли, в описании, а то я их наугад набираю. Как и в нелюбимом мной Бэтмене и еще десятки франчайзов там. О, I fucked this dude up. It's fact... А, ну тут еще должны быть гомофобский слюр для полного эффекта, но я не знаю. Там. Fuck this fuck it up, там и прочее. Наверное, воздержимся все-таки. Вау, теперь я дерусь с ним while hanging motherfucking upside down, bro. Вау. Да, надо быстро переползать. Motherfuck. Тут еще в первой части God of War стоял на том, что очень быстро меняются виды геймплея. Слэш аркадный, то есть где лазаешь по стенкам, там перепрыгиваешь платформер, и пазлы там, надо было ящики двигать, довольно серьезные пазлы были. То есть игра была явно не фредбойская, а фактически артхаус. It's a motherfucking horse with a fucking spider body, bro. It's a fucking awesome. Oh, fuck. На Golden Axe похоже, честно. Вот и меняется вид геймплея. Сейчас это платформер с элементами Shadow of the Colossus, да. Надо очень быстро переползать и уклоняться. Press X to move quickly. Меня смущает полное отсутствие перспективы, то есть я с этими мечами достаю до босса практически с любого расстояния. Иногда не достаю. А, теперь я вещу... А, теперь я карабкаюсь вот так вот. Let's fuck this bro up. Let's fuck this faggot up. Я все еще управляю этой хихихиню. What the fuck? This is so fucking ridiculous. Очень смешно говорю. И еще магии. Мы еще 1000 хитов увидели. А, не успел укатиться. Ну, уже прогресс. То есть вы зря грешили на God of War. Такая же хрень, по-моему. Там вот эти бои с прочими чудовищами там. Хотя начиналось и God of War, и Sense of Time, как артхаузный проект эстетствующего разработчика. А магия твоя бесконечная или как? Ой. Команда не кончится, видимо. Когда он открывает пасть, надо откатываться, окей.
А вы говорите, ведьмак. Посмотрите тут, как надо монстров бить. Какой ведьмак. Сиськи тут и монстры. Ну, сисек еще не было, но я думаю, будут. Сиськи будут. И управление все время меняется еще. Ой, я хотел отползти, хотел. Там странно, быстрые перемещения работают. Не всегда получается почему. Ну, все получилось. Жизни, правда, мало. Да, Симосинка, да-да. Вот именно на этом уровне. Как он назывался, этот фильм дурацкий? Сейчас я освою быстрое перемещение моего. Ну, you're gonna fuck him up, bros. Я говорил, ведьмак Арсений. Бро. Can't believe I'm playing motherfucking God of War on motherfucking PlayStation. Да, вот скоро сейчас я... Immortals, да-да-да. Так, сейчас главное освоить быстрое перемещение, чтобы уходить от атакова нормально, и мы его убьем. Там вот говорят, нажмите X для быстрого перемещения, нажимаю, он все равно не перемещается, собака такая. Ну и, как я говорил уже, продолжительные бои с боссом хороши тем, что понимаешь механику игры, хочешь не хочешь. Как мы Seven Force это забили вчера, уходим без проблем. То есть, мягко говоря, не Dark Souls, бро. Fuck this Dark Souls fucking shit. This is for fucking nerds. For faggot. This is real game, bro. Так. Press X to move quickly. То есть пресс это как нажать или как держать? Что не имеет в этом в виду? Я так нажимаю, он так медленно двигается. А вот. То есть X плюс... А, ну опять потерял, но окей. Ну вот так вот. И быстро ползти потом. А, да, вот. Угу. Сейчас так же надо быстро ползать. Вот замахивается, пасть открывает. А, еще замахивается и пасть открывает. Тут еще. Ой-ой-ой, не туда. War of the Gods. Я прыгать, когда он стреляет. Ой, я не туда скатился. Это я помню. Да, сейчас мы рвать будем. Quick time event. Ай-яй-яй. Сейчас надо было выигрывать. Сейчас Quick Time Event, да. Я не знаком с кнопками на геймпаде PlayStation. Да, видите, как нормальному фредбою после трех поражений мне предлагают переключиться. Да, и еще и перспектива отсутствует. Трудно дотянуться до него. То есть абсолютно фредбойская игра предлагает переключиться в easy mode. The only combat will be affected by this change, bro. То есть you won't be a fucking pussy, bro. No, fuck you, bro. I'm gonna fuck him up. On the up and up.
I'm gonna fuck him up for reals, bro. Without this fucking pussy fight easy mode. Ну как после трех поражений продолжать, ну чтобы потому что скучно становится зрителям там за дорми за плечо, которые там смотрят, как бро проходит их игру, и поэтому предлагают поставить easy, пройти по-быстрому. No way! Fuck you, bro! Easy is for faggots. Эй. Из своей магии не вижу его магии. Офигенно. Паттерны, говорите, они у него есть? Он либо может махать ногой, либо не махать. Бро. Fuck you, bro. I'm not keeping score, bro. Ну да, ставишь и зиму там. Как они говорят, the only thing affected is combat. А что еще в игре есть, кроме combat? Блин, не получается по полной почему. Impossible, bro. Fuck. Здесь и пытался откатиться, а здесь он и не откатывается, здесь только перемещение работает. Ну так вот, последний момент. Если бить то со стрелкой, то без. Они как бы определились, когда удары со стрелкой проходят, когда... Без. 12 frames per second, да. Бро. Щит. Fuck you. I'm gonna fuck you up, motherfucker. Fuck you. Fuck. Похоже, назад надо откатываться, а не в сторону. Чтобы уйти от атаки сразу всем. Сейчас не попросили на изи. Потом, по-моему, я чувствую, автоматически переведут на изи там. Чтобы упрямый бро не портил там жизнь ему Фред Хаузу. Ну сейчас я назад. То есть. Доходим до третьего паттерна его. Паттерна. Осталось. Бро. Супер бро. Как видите, 20-тирным комбо, бро комбо, да. Изи по принуждению. Бро любит. No consent. At first he hates it. Fuck. Я опять забыл, что надо иксом уходить, а не перекатываться. Полностью меняется управление в игре между уровнями. Смотрите, если бы Dark Souls... Ай, менялось управление. Ну ладно. По крайней мере, научились одним комбо выносить, гада. Давайте почитаем, кстати, комбо. Тут даже опции есть. Офигеть. Так, комбо. Power-up'ы, items, 7 смертей, brutal kills, mini-games, так, general moves, blades of effing, да, вот blades, то есть держать треугольник, о, есть и фокус-мод какой-то. Треугольник, квадрат, ну, а вот 6 раз квадрат, чардж с разбегу, правый стик, лучше не запоминать, по-моему, это все. Напомню, что есть 2 треугольника, 1 квадрат или 6 квадратов,